Теперь, когда вы хорошо знаете друг дружку, гадать стало сложнее. Личные чувства, надежды и опасения наводят помехи. Кьюджо говорит, что Таро имеет множество смыслов. Если гадать друг для друга, то подсознательное желание оградить, защитить от судьбы искажает объективную картину, смещает ее позитивную сторону. В результате друг получает ложный прогноз, а репутация гадалки страдает. Гадать для незнакомца все равно, что переспать с первым встречным, одновременно и опаснее, и честнее, чем с постоянным партнером.